Развитие ядерной медицины, повышение качества доступности высокотехнологичной помощи является приоритетным направлением для Росатома. На этой площадке вы хотели объявить о нашем об объединении усилий, об альянсе с Курчатовским институтом. И мы хотим объявить об объединении своих усилий в области ядерной медицины и предложении комплексного подхода к разрешению вопросов развития данной области, что в полной мере соответствует программе мероприятий «Дорожная карта по развитию центров ядерной медицины Российской Федерации», а также позволяет формировать предложения для зарубежных проектов на различных рынках. Немножко информации. Ядерная медицина – это раздел клинической медицины, где для диагностики и терапии применяются радионуклидные препараты. Лекарственные средства, содержащие медицинские изотопы, вводятся в организм. С их помощью обнаруживаются и лечатся разнообразные заболевания, включая наиболее социально значимые – онкологические, сердечно-сосудистые и нервные болезни. По мере развития метода все больше возможностей проявляется персонализировать подход к лечению пациента. Именно для развития столь сложной области медицины нужен всеобъемлющий подход от создания новых радиофармпрепаратов, современного оборудования, возведения объектов ядерной медицины и радиофармацевтики до обучения кадров, продвижения услуг и создания качественной и доступной системы сервиса. Ключевым моментом комплексного предложения, которое наш альянс формирует в отношении российских регионов, является то, что мы формируем наше предложение в соответствии с дорожной картой, руководствуясь результатами клинически-экономического анализа ситуации в регионе, мнение ведущих экспертов, демографической ситуации и мировыми тенденциями. В альянсе что мы хотим добиться? Подсчитано, что социально значимого эффекта от применения ПЭТ-диагностики можно достигнуть при наличии 1,7 ПЭТ-сканера на миллион населения. На регион с населением 2,5 миллиона необходимы 4 томографа, которые можно снабжать радиофармпрепаратами, производимыми одним циклотронно-радиохимическим производством. При применении радионуклидной диагностики выявляемость онкологических заболеваний увеличится от 15 до 20%, в том числе на ранней стадии. На 30-40% улучшается качество диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Тем самым уменьшается смертность и инвалидизация. Может быть достигнуто увеличение показателя 5-летней выживаемости при онкозаболеваниях до 65%. В рамках нашего альянса Курчатовского института Росатома и Объединенной инновационной корпорации есть следующее распределение ролей. Курчатовский институт – это научный лидер в альянсе. Росатом – это индустриальный партнер. Мы работаем в двух направлениях. Это производство радиофармпрепаратов как существующих, так и разработка перспективных радиофармпрепаратов. Кроме того, это формирование комплексного предложения для заказчика и возможность взаимовыгодного сотрудничества нам позволяет выйти с общим предложением по созданию объектов ядерной медицины. Оно включает в себя все от разработки концепции, бизнес-плана, создание проекта до поставки и сервиса оборудования, большая часть которого производится Росатомом. Создание объектов оказания медицинских услуг под ключ до запуска центра в эксплуатацию подразумевает также подготовку кадров медицинского и технического персонала. В регионах наши проекты осуществляются в партнерстве с местной властью, с привлечением медицинского партнера и инвестора. Концепция утверждается Минздраве в соответствии с дорожной картой развития центров ядерной медицины. Успешной реализации данных проектов способствует активность заинтересованности не только федеральных, но и региональных властей. Во многих регионах услуги ядерной медицины уже внесены в территориальные программы обязательного медицинского страхования и стандарты оказания медицинской помощи.
администрации регионов проявляют активную заинтересованность в совместном строительстве новых центров ядерной медицины.